Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на Родина РП, первый сервер. У них здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить муник при регистрации, потому что если введете муник при регистрации, потом прокачаетесь до 4 уровня, я получу 250 тысяч, и 150 тысяч я отдам вам, поэтому обязательно вводите муник при регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новое видео, видео насчет ловли. Сегодня будет очень такая прикольная серия на самом деле, потому что... Слетало, пацаны, два дома, я записал это, в принципе. Слетал один дом на Рублевке, там, где именно я живу, недалеко от меня. И слетал еще один хороший домик возле Анашана. Все это я записывал. Первый слет дома на Рублевке я записывал и озвучивал его. А вот второй я просто записывал, но не озвучивал, потому что не было возможности. Поэтому, пацаны, с вас обязательно лайки. Не судите строго, потому что это была моя самая первая ловля в жизни. Поэтому я надеюсь реально на вашу поддержку. Если здесь будет много лайков и позитивных комментариев, то я буду дальше продолжать снимать ловлю. И, возможно, когда-то мне повезет, я словлю что-то топовое. Ну, я на это надеюсь. Просто ловля такая тонкая вещь, на самом деле. Там нужно шарить, как-то надо нормально сесть, чтобы тебя не выкинуло там и так далее, пацаны. Кто шарит, напишите мне в комментариях, как правильно ловить там дома и так далее. Либо можете написать мне в ВК. Также хотел бы вам напомнить, что разыгрывается вот эта, пацаны, машина. Это Porsche Panamera. Очень офигенная машина, которую я купил за 3 миллиона. Она в полном тюнинге, у нее есть нитро, поэтому участвуйте, ссылочка, повторюсь, на конкурс есть в описании под видео, и я также оставлю ссылочку в комментариях. Либо можете просто зайти в мою официальную группу, и там будет закрепленная запись конкурса. И там нужно всего лишь подписаться на канал, подписаться на группу, сделать репост себе на стену, все. Итоги будут, пацаны, в этот понедельник, либо во вторник. Обязательно участвуйте, повторюсь, пацаны, ссылочка в описании под видео. Ну а теперь погнали, будете смотреть, как я все это ловил, и что я словил, либо что я не словил. Так, пацаны, экстренное включение. Короче, тут дом на Рублевке слетает. Я еще заметил это час назад. Там уже люди собрались, он сейчас будет слетать. Сейчас я, короче, добегу, и мы попробуем его словить. Здесь уже народ, короче, стоит. Сейчас я попробую тоже к ним втиснуться, в принципе, и попробовать словить этот дом. Так, здесь админ еще стоит. Блин, он сильно близко, они все стоят здесь. Пацаны, тупо слет дома, это жестко, реально. Это просто жесть, фрапсим. У меня так, в принципе, фрапс включат. Пацаны, слет дома, мой первый, блин. У меня как раз деньги есть. А как там его дом вообще покупать? Я что-то не помню. Ай, блин, купил его Санек какой-то Калашников. Пацаны, его купил какой-то Санек Калашников. Бля, ну это жестко, конечно. Да, его купил Санек Калашников какой-то. Где он тут стоит? Тут еще Акена стоит. В принципе, да, здесь Акена стоит. А Санек этот я его не вижу. Санек этот я его реально не вижу. Он, наверное, в доме. Да, он, скорее всего, в доме стоит. Прикольно, просто реально дом очень классный, поэтому здесь было много людей. Я еще утром заметил, пацаны, я специально еще задонатил 36 рублей. Я вам скриншот ставлю, чтобы словить этот дом, понимаете? Потому что у меня не хватало 100 тысяч. Сейчас мне, в принципе, хватает, но этот дом уже словили. Я думаю, можно слетать, посмотреть, может быть, какой-то дом еще сегодня слетает, потому что я думаю, этого будет мало материала, то, что я просто прибежал, не словил дом, поэтому сейчас я долечу, посмотрю, и, в принципе, мы потом уже продолжим. Потряси скорее смартфон, тряси, тряси смартфон, приготовил мегафон, персональные подарки, ты тряси, тряси смартфон, потряси скорее смартфон, приложение мегафон, год бесплатный быстрой связи, ты тряси, тряси смартфон, потряси скорее смартфон, приложение мегафон, просто так смартфон получишь, ты тряси, тряси смартфон, я трясу, трясу страфон, я трясу, трясу страфон, я драчу, драчу страфон, и я смартфон превратил в гандон. Эй, потряси смартфон. Эй, потряси смартфон. Приложение мегафон. Потряси смартфон. Я трясу, трясу смартфон. Каждый день трачу смартфон. Где же мой айфон? Приложение мегафон. Я трясу, 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 трясу. Я трясу, я трясу, я трясу. Я трясу, я трясу, но я трясу, я трясу. Я присунул смартфон себе в очко, в очко. Трясу, 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 трясу,
Ну что ж, пацаны, вот такое получилось видео. Да, я, к сожалению, ничего не словил, но повторюсь, это была моя самая первая ловля. Я вообще в этом не шарю, но мне реально очень понравилось участвовать в подобном, когда много людей и пытаются словить домик хороший. Реально слетали в этой серии топовые дома, это слетал дом на Рублевке, у которого госка 2,5 миллиона. Мне на него вообще не хватало, и мне пришлось еще задонатить немножко денег, чтобы мне хватило его словить. Но, к сожалению, не смог словить дом на Рублевке, не смог словить дом напротив Анатолия. Но реально в этой серии слетали топовые дома. Просто в первой серии, в первой ловле, пацаны, слетал дом на Рублевке. Я считаю, что это довольно-таки круто, и за это стоит поставить лайк. И кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал. Играйте вместе со мной на Родина РП. Первый сервачок, IP, мой ник, все есть в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.